Медработники Актюбинской области получили новые спецмашины. Автопарк пополнился у 12 районных и одной сельской больницы. Кроме того, 5 врачей получили ключи от служебных квартир. Еще десятки специалистов отмечены благодарственными письмами Министерства здравоохранения. Ежегодный праздник прошел в новом парке здоровья. Место отдыха презентовали накануне. Оно размещено в новом микрорайоне Батыс-2. Все расходы по строительству взяла на себя медицинская общественность региона. В первую очередь это сделано, чтобы мотивировать население к сохранению здоровья и долголетия. В парке высажены 1500 деревьев и кустарников. Его украсил фонтан, установлены площадки для воркаута, футбола, настольного тенниса и проложена велотрасса. Посажено 52 сосны, вот, которых посадили известные люди, известные медицинские работники и общественные деятели нашей республики. Но за это время проделана большая работа, вот вы сами видите. Это будет со временем так излюбленным местом отдыха не только медицинских работников, но и всей этой округи.